Джеки Чан является Харви Вайнштейном Гонконга. Вау, офигеть можно. Так, Джеки Чан, звезда многих миллионов, также моего детства. Я вырос на его фильмах, на таких, как «Доспехи Бога», «Разборка в Бронксе» и многое другое, да. Но вот буквально вот вчера ночью я наткнулся на твит от Мелиссы Чен, где была ссылка на статью Джеки Чана, да. И статья называлась «Почему Джеки Чан является непопулярным в Гонконге». Но эта статья была о том, не то чтобы то, что Джеки Чан не популярный, да, а про то, как, насколько негативно его воспринимают в Гонконге. А все это связано с тем, то, что Джеки Чан еще с 2009 года, да, далеко давно уже поддерживает идеологию Китайской Народной Партии. И вот в 2009 году он говорил о том, что он сомневается в том, нужна ли вообще народу свобода, да, как таковая. И он говорил о том, то, что вот китайский контроль — это очень хорошая вещь. Это вообще гонево. И плюс потом в 2019 году в интервью телевидения здесь вот пишется, он жестко критиковал продемократические протесты, которые проходят в Гонконге. Протесты в Гонконге уже давно идут. Одно из самых знаменитых протестов, кажется, было, я вот не помню когда, то ли в 2015 году, то ли в 2012 году, одно из двух. Я проверю, потом напишу. И протест назывался «Протест зонтиков». Его одним из глав этого протеста был 15-летний тогдашний парнишка по имени Джошуа. На Netflix есть документалка, которая называется «Джошуа». Да? Этот протест был больше направлен на против образовательной системы, которую хотели внедрить Китай в Гонконге. Да? Насколько вы знаете, Гонконг был колонией Британской империи до 87 года, 20 века. Потом его передали Китаю, но договорились на том, что переход будет такой постепенный, да, то, чтобы народ так постепенно ассимилировался в Китае. Но Китай с тех пор хотят очень быстро как бы Гонконг в себя как бы сделать частью Китая, да. И вот здесь в этой статье говорится о том, что такие люди, как Джеки Чан, Донни Йен, да, звезда фильма «Ип Мэн», они являются машиной пропаганды и очень сильно поддерживают вообще идеологию, китайскую идеологию, да, и такие звезды, как Чо Юн-фат, да, ребята моего поколения наверняка вспомнят, да, фильмы «Бог азартных игроков» и многие другие фильмы с Чо Юн-фатом, они поддержали демократические протесты и, соответственно, поплатились своими карьерами. Но самое интересное еще дальше, вот, я как бы дальше пошел, и вот что я увидел. Оказывается, Джеки Чан, ну, по крайней мере, согласно местным новостям в Гонконге, Джеки Чан известный в Гонконге сексуальный хищник и насильник. И он использует свое влияние в киноиндустрии, чтобы сексуально, так сказать, брать преимущество над женщинами, да, домогаться их. Но все боятся ему что-то против него сказать, потому что у него есть очень большие, очень такие крутые связи в Китайской Народной Партии. И здесь в конце написано то, что Джеки Чан является Харви Вайнштейном Гонконга. Вау, офигеть можно, офигеть. Но просто так такие вещи не делаются. И как бы учитывая то, что произошло с Харви Вайнштейном, я не удивлюсь, да, если это окажется правдой. Харви Вайнштейн тоже был очень уважаемым человеком. Его все любили, все уважали в Голливуде. Но, как оказалось, он был серийным насильником, да, и тут люди меняются, по крайней мере, и ё-моё. Ну и плюс, да, второй момент, это вот политический момент, то, что Джеки Чан, Донни Йен, они очень популярные, известные личности, да, в Казахстане в том числе. И у Досума Сатпаева есть глава в его книге «Деформация вертикали», где говорилось об использовании мягкой силы, да, как такие государства, как Китай, используют мягкую силу, да, то есть СМИ, блогеров, звезд киноиндустрии, чтобы потихоньку внедрять свою идеологию, да, в другие страны, в мысли жителей других стран. Да. И такие люди, как Джеки Чан и Донни Йен, являются машиной пропаганды, да, таких идеологий. И после таких вещей нужно быть очень осторожным. Да,
есть доля скептицизма. Эта статья написана американцами. Мы знаем, что как Америка, да, терпеть не может Китай, потому что они соперничают. Также можно и много чего про Америку, да, сказать. Но если так чисто посмотреть объективно, ну, стоит это, да, как бы проверить, да. И, конечно, нужно относиться скептически, но, блин, такие вещи, то, что там Джеки Чан обнимает девушку, и девушке явно это не нравится, ну, это гониво, это неправильно. Я не удивлюсь, если это действительно так, да. Ну, пропаганда, она всегда, да, была, мы все это знаем. Ну, в общем, вот так вот скептически относитесь вообще ко всем новостям, к таким личностям. Правильно говорят, да, то, что не нужно брать в кумиры живых людей, да. Вообще в кумиры людей брать не стоит. Нафиг надо, потому что они все, мы все как бы люди, да, и не дай бог, конечно, блин, такого. Вот так вот, ну, в общем, будьте скептичны. Спасибо за просмотр. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, все равно ставьте лайк. Пишите комменты. Все, спасибо, пока.